Итак, ребят, мы продолжаем. Это Netsy Zombie Army Trilogy Sniper Elite. Мы уже совсем близко к нашей цели. Уничтожить военную машину, завод Гитлера и кокнуть самого Адольфика. Адольфик очень зол. Он хотел нас раздавить штучкой какой-то, где было много мозгов, кишков и чего-то страшного. Но у Адольфика это не получилось. Так, а сейчас Адольфик... Адольфик очень плохой. А что там сидит-то посередине? Адольфик наслал на нас, блядь, толпу каких-то чмошников. Очень плохих. И думает, что, ну... Ну, он зря так думает. Вот какой-то мужик, это, наверное, который нам вещал, который потом умер. Так, ну, значит... Давайте так тогда поступим. Понятно. Мы так не поступим, да? Нет, загонять нас себя в угол не надо. Ебал я в рот, а. Давай, давай, Борис. Пиздец, короче, полный. А куда нам надо? Нам от них свалить надо или что делать? Блять, в общем, все понятно, короче. Им похуй. Короче, ясно, в общем. Адольф совсем с катушек слетел, уже хочет нас с нами просто грязно как-то расправиться совсем. Ну нечестно это, ну блять, ну ты столько их наставил. Ой, блять. Это совсем плохо. А, вот тут... Вот тут сбоку же, типа... Все, я теперь понял, ёпта. Дошло до меня. Так. Сейчас, короче, будет бом-бом. Потому что это просто уже, блядь. Да вы заебали меня, пидоры. Заебали просто. Уже некуда от вас деться, блядь. Не и сюда, блядь. И сюда. Везде лезете. Как же вас мочить-то? Вас дохуя. Простых зомби не осталось, которые мне нравятся. Или сваливать надо от них. Я что-то ничего не пойму. Победите стражника. Ой, блядь. Тебя еще тут не хватало, суки. Давай, давай, Боря. Трясется еще все, блядь. Боря, давай. Боря, там толпа к нам идет, Борис. Лохоеба этого мочи и валим отсюда. Ой, блядь. Короче, нужна другая тактика. Ой. Короче, сразу. За дело, блядь. Опять до меня поздно дошло, к сожалению. Или может нахуй правда раскидать сначала всю эту сволочь? Может так правильнее? Нет, походу так неправильно. Да, они там, походу, ну, спавнятся, короче. Пошел нахуй. Фугас ставим. Ставь фугас, блядь. Сюда растяжку. Победите стража. Блядь, блядь, блядь. Так, сюда растяжечку. Эти суки уже там. Блять, блять, пидор ты конченый. Пидарьё, блять, ты иди сюда, сука. На меня выйди. А чё здесь? Понятно.
Не понимаю, где эта крыса, блядь, ошивается, конченая. Ты, блядь, опомни. Ты реши, нахуй, куда ты идешь, блядь. Пидрюга ебаная, а. Пидор. Давай, давай, ну иди же, блядь. Да что ж такое-то, а? Ой, блядь. Еще раз. Ну ладно, давайте еще раз. Короче, блядь. Ну, туго, туго идет. Сейчас, ладно, сейчас если не получится. Давай, 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 давай. И вот здесь еще поставь. О. Ты, пидор, иди на фугаску. Иди, иди, иди. Иди на меня. Блять, иди, иди, иди. Так, давай, Боря. Борис, давай, жги. Блять. Давай, Борис. Борис, только не умирай. Ребят, пробуем еще раз. Я наставил растяжек нахуй везде, где только можно. Вот, блять, понимаете, вот камнем преткновения для меня стал этот пидор, которого я мочил, блять, неоднократно, нахуй. Ну я столько раз его мочил, блять. Вот этого пидора. А вот теперь что-то вот, блять, все, пиздец, как вот знаете. Он не идет, блядь, вот не знаю почему. Еще кидай нахуй им. Задержать их надо, во что бы то ни стало. Ставь здесь одну, блядь. Одну здесь. Одну здесь, иди на нас, пидор. Блядь, трясется еще все так. Стрелять неудобно, сука. Где этот пидор есть-то? Ах ты, крыса ебаная. Я тебя нахуй туда поставил. Ты, блядь, уёбок. Нахуй я тебе поставил ее туда. Блядь, пиздец, пацаны. Пиздец. Вот у меня единственный шанс. Пиздец. Ребята. Пиздец. Дедовскую духовуху проебал, блядь. Она, оказывается, лежала, нахуй, у мужика, блядь, который умер. Сейчас с ней, может, пройдем. Не знаю, если с ней не получится, тогда сейчас Панзерфауст возьмем. Уж с ним... Ну, блядь, уж с ним-то точно должно получиться. Петух, блядь. Давай, 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 Боря. Боря, давай, окстись. Соберись, окстись, Боря. Не барагось. Борис. Давай, Борис, Борис, давай, Борис, блядь, Борис. Сука, соси хуй, пидор. Вот, блядь, заебись. Используйте гранаты, чтобы внутренний контур... Ват, блядь. Что нахуй? Заебись. Доберитесь до хранилища. Все прекрасно. Вот, блядь, вот... Дедовская дедуха, какая же ты, блядь, вот... Оружие лучшее просто, блядь, вот лучшее, нахуй. Все, что, вот, блядь, самое лучшее оружие, вот, за всю игру. Из Панзерфауста пробовал, нихуя не получилось, такое дерьмо, блядь. Так, и куда мне теперь, блядь, как вот мне, нахуй, вот с этим всем мракобесием, что вот мне с ним делать? Этим похуй, блядь, как будто бы ничего не взорвалось, а нет, взорвались. Тут этих, блядь, чертей. Ой, блядь. Вы что, шутите? И как вот мне вот эту вот... А нахуй, пожалуйста. Соль, блядь, солью, блядь. Хуяк и все, блядь. Как не бывало. Все, пидор, лежи, блядь. Блядь, еще сейчас забьют, блядь. Лежа. Не надо мне такого. Давай, Борис, давай. Нет, пидор, я вам это самое, я вам отомщу. Который там ползает, блядь.
А ладно, хуй с вами. Вас уже жизнь покалечила. Вот это наборчик. Сейчас что-то будет. Мы с вами прослушали, блядь, прослушали определенную видеозапись, которая нам сказала, что кто-то там зассал драться с Адольфиком, но вроде как собрался, взял себя в руки и пошел. Итак, мы прошли этот адок. Опять же, если бы не Притчер, мы бы ничего не сделали, потому что я стрелял из этого пидора из Панзерфауста, взорвал ему гранатами, ему похую. Из Притчера 6-5 патронов, и голова его, блядь, слетела с катушек. Целиться было нельзя, потому что было и мало места, это во-первых. Во-вторых, было жутко неудобно стрелять, потому что весь экран там летал, блядь, что-то такое. Пиздец. Пиздец, господа. Вот и самоги, Адольф. Какой пиздец какой-то. Пройдите к месту раскопок. Ну, теперь мы будем эту хуйню слушать. Вы можете ему рот закрыть-то? Понятно. Блять, проходили бы вдвоем, вообще было бы легкотня, а? Если бы такое же количество врагов было. Так, короче, сейчас они полезут из этой дырки, скорее всего. Так что мы поставим вот здесь одну эту дуру. Так, одну здесь. Так, ну как обычно, нужно обезопасить в первую очередь себя с какой-нибудь стороны. Нет, отмена, пока отмена. В принципе, можно с ними... Не хочу просто копаться. Вот это очень плохо. Плохо, потому что я хотел... А, нет. Отмена. Я, конечно, надеялся использовать эти бочки. Но ладно, что уж поделать. Так, поставим... Давай здесь еще одну. Вот так вот поперек как-нибудь натянем ее. Кто-нибудь дозаденет, правильно? Так... И с динамитом. Динамит нам нужно поставить на видное место, чтобы его было удобно из него стрелять. А я не понял, мы откуда ждем-то? По уровням, типа. Ну все, тогда еще один сюда. Так, ну вроде мы готовы. Притчер все есть у нас. Так. Гранаты переставил я. Переживите осаду. Все правильно. Не оттуда пошли. Сразу ловите. Раз. Теперь ловите. Два. На скелетов я тратиться не особо хочу. Все, давайте им подняться. Дадим. Так. Беремся за пулеметик. Ну и погнали, ёпта. Бронированные скелетики. Так это первая волна, я правильно понимаю? Блять. Ёбаный шашлык. Ну все, это... С этим разобрались.
Надеюсь, они не снизу. Ну все, все, мне просто убедиться, что они не... Вдруг они лезут сверху. Так, ну пока тут будем занимать позицию. Нам вроде поудобнее. Ебучие бронированные скелеты. Это такая хуйня на самом деле, пацаны. Это хуйня. Нет, надо отсюда съебываться, короче. Они тут все бронированные, блядь. Надо валить, короче, отсюда. Ёбаный шашлык. Вот это, блядь, хуёво. Хотя... Хотя, учитывая, что мы имеем, так сказать, на вооружении, может быть, это не так хуёво на самом деле. Я не понимаю, я не попадаю по нему или что, блядь? Нет, всё, попадаю. Давай, давай, Бориска. За амбразуру. Так, мне сейчас попытаются жопу, за жопу взять сбоку, я правильно понимаю? Он пока вроде далеко идет, ладно. Давай, давай, Борис. Блять, это как эти скелеты меня бесят, а? Не идет, хорошо. Так, ну что ж, Притчер нам помог разобраться с Мэнсоном Джеком, по-моему, это он был маньяк, который бензопилой хуярил в Штатах, в Техасе в 60-е или нет, или просто знакомая фамилия маньяка, ну не суть. Короче, с маньячи... Ёбаный в рот, блять, напугал, сука, пиздец. Пиздец напугал, блять. Ебал я рот так, блядь, пугать людей. Так, ну все вроде. Основной кипиш прошел. Или еще кто-то остался? А, вон идет, придет. Окей, сейчас разберемся. Готов. Все, задача выполнена, друзья. Ну, это было не так сложно, в принципе, но учитывая то, что мы вовремя заметили, то, что этот Питер с бензопилой бежит, мы его быстренько замочили, а этих просто кокошили. В общем-то, ну, не так уж сложно. Правда, мы вообще без патронов, без гранат. Там, по-моему, наверху было, надо мне впадлу уже возвращаться просто. Так. Древняя комната. Положите реликвию Сагараматхи. Ой, да, это какая-то совсем-совсем древняя, действительно. Да ладно, это вроде пока не так страшно. Блять, блять, ты мне кучами это тут... Не наваливай мне их тут, блять. Навалил, блядь. Кто за тобой убирать-то будет? Говно все это. Охуеть, ты не наваливай, я тебе говорю. Давай тыкай их, блядь, ногами, пинай их, блядь, Борис. Охуеть. Слышь, Адольф, ну это не, блядь, не по-пацански так поступать. Блядь, сейчас мне объяснят, как по-пацански, да, поступают у них. Нет, надо последний патрон Притчера беречь, нахуй, как зеницу ока надо. Моя нога быстрее всех в этой игре. Но по балде мне это получить не помешало. Так. Опа. Вот это... Притчер, дай сюда. И войдите в хранилище. Ну все.
Битва с Адольфом. Наконец-таки, друзья, мы, по-моему, к этому подошли. Представляю, что бы сейчас было, если бы это, если бы сейчас заглючила игра. Так, ну все, ребят. Походу, это финал. Да все, иди ты, тупая пизда. Никому не нужно это слушать. Или мы сейчас в ад идем, я не понимаю. И это еще на час. Ясно. Как мочить Гитлера? Надо в поисковике вбить, как убить Гитлера. Блять. Охуеть. Да. Выбить дверь надо. Побыстрее, Борис, побыстрее, блять. Боря, молодец, успел. Борюсик. Борис, давай, Борис, блядь, они идут, Боря. Борис, блядь, давай, сука, их дохуя там. Борис, давай, блядь. Фюрер, вот это пиздец, конечно. Фюрер таких невъебических размеров, конечно. Может быть, настоящий фюрер тоже был такого роста. А вот это маленький был малыш, это копия Гитлера. Короче, я зря это сделал очень. Надо было сначала дверь выносить. Забили меня. Я пока стоял, не целился, как дурак. Сейчас опять все заново. Зато я теперь знаю, что делать. Давай, давай, Борис. Ой, красавец какой, а. Открывай, Борюська. Открывай, открывай. Борис, давай. Борис, их дохуя, Борис, давай, блядь. Нам в тот раз схватило с тобой. Прекрасно, Борис, ты молодец. Боря, знаешь, что ты молодец. Так, Борис, давай теперь эту. Я фугас уже успел поставить. Бориска, тащи, Боря. Борис, они уже на лестнице. Блядь, иди нахуй, сука. Бросьте разложившийся труп. В адские вра... Куда? А где... Что за миссии-то, блядь? Это вообще как... Чей-то труп-то? Адские врата где? Блять, короче, это самое, давайте. Это типа души каких-то плохих людей, вот про что вот он говорил, да, что-то такое. А куда нам надо-то? Просто не, немного не понимаю. О, понятно. Все, дошло, блять, дошло. Так, давай. Короче, надо всех плохих людей, злых очень. Да иди нахуй, мудак. Угу. Так, кровавая графиня, геть. Теперь... Так, остался Дракула.
Хотя, опять же, повторюсь, Дракула не был плохим. Ребят, Дракула на самом деле это один из самых богобоязненных православных королей Румынии. Ну, не королей, а, ну, скажем так, герцогов. А, надо в Гитлера еще попасть. Пойдите в следующую запечатанную гробницу. А... Так, на чем я остановился? Так вот, Дракула один из самых православных, короче, был князей. И, короче, фишка в том, что он это... Он распространял православие, на кол он, блядь, сажал, потому что нахуй у него была армия, блядь, мелипиздрическая. А Валахию, во-первых, не Трансильванию, как многие считают, а Валахия, место его рождения и его, собственно говоря, герцогство, княжество, постоянно наседали ебаные турки. И вот, блядь, если бы он нахуй их не пиздил и не воевал, не защищал свой народ, то ничего бы, в принципе, ну, нормального сейчас с Румынией бы не было. Сейчас она была бы чисто такой, ну, какой-нибудь исламской, ну, типа Боснии, может быть, что-то типа Албании. Так что он устрашал своих врагов. Ну, а почему это плохо? Если речь идет о том, чтобы, ну, защитить свою страну, защитить свой народ. Кровавая графиня, это да, это та еще сучка. Если я правильно понимаю, кто это. Вот. Купалась в крови девственниц. А это, блядь, как его? Ну, а какой-то там император Рима. Их дохуя плохих было, на самом деле. В этом тоже нет ничего такого. Так, ну что, пока... Я не вижу каких-то сложностей при прохождении, потому что, наверное, очень слабые враги. Так это мы несем труп вот какого-то как раз императора римского. О, ты можешь пинать ногой, это прекрасно. Так, мы пиздыхаемся. Давай, Борис, вставай, заебал, блядь. Что ты как неваляшка ебаная, упал, отжался. Как в армейке учили. А, ты уже здесь, да, да, конечно. Вот, кидаем тело промеж ног Гитлеру. Бич Рима исчез. А, это Нерон, наверное, господи. Еще одну въебало Адольфу прилетело. Так, сразу бежим за следующим. Выбивать дверь будем полгода. К нам бежит дружок с гранаткой. Он сейчас взорвется. Так. Черепов стало еще больше. Вот если бы сейчас Гитлер создал армию этих с пулеметами и огненных, вот это был бы пиздец. А это так, фигня. Блять. А, понятно. Теперь я понимаю, в чем прикол. А он, блядь, оп, он ко мне прилетел и пизданул меня. Я надеюсь, мы сейчас найдем, начнем не с... Хорошо, так. А он ко мне подлетел веселенький. Борис, ломай, ломай. Ну все, наконец-то последняя серия. Друзья, сколько мы этого ждали? Мы должны загасить фюрера. Нагло и по-скотски. Давай еще одну поставь тут. Видите, тут я сглазил. Тело кого-то уже защищает страж. От этого стража нам сейчас минуты две, ну даже, я бы сказал, побольше. По обстоятельствам побольше, конечно, бегать. Хотя... Возможно, не надо бегать, если сейчас... Нет, нам сейчас он сейчас нас убьет. Да, он нас ёбнул. Меня просто не это самое, не очень удачно я попал. Меня, блядь, заманили как бы в эту ёбаную... Ой, так, ладно, давайте еще раз попробуем. Короче, чтобы этот пидор за нами не гнался, самое главное. Сейчас поставим на пути следования его, так сказать, маршрута за нами. Наставим этих фугасок. Ну, чтоб наверняка, короче, вот сюда растяжку
Зачем пулемет-то здесь, блядь? Зачем он здесь? Мы все равно его, я так понял, не убьем в таком виде. Блядь, пиздец, я косой, сука. Блядь, ладно. С каждым... Там бежит этот петушара ёбаный. Так, нам сейчас главное его замочить. Это какой уже раз? Ладно, короче, сейчас попробую добраться до тела. Так, ребят, мы понаставили ему взрывчатки. Встретили его сразу отменненько. Но, блядь... Я так чувствую, сейчас мне пиздец все равно придет. Да, мне сейчас забьют просто. Или я успею спрыгнуть. Нет, я успел спрыгнуть, но, скорее всего... да, пока. Так, любимчик готов. Это пиздец, как, блядь, геморроидально было. Учитывая то, что постоянно бегают эти пидоры, которые взрываются, блядь. Вот он опять снова бежит. Чем бы я был, кстати, если бы он сейчас подорвал этого пидора, да, прекрасно. Так, нам нужно, значит, сконопатить этих, блядь. Так, теперь берем тело. Так, это тело Владьки. Нам надо как-то с ним безопасно выйти. Но это очень сложно сделать. Ну, блядь. В принципе, получилось. Давай, Борис. Борис, добеги. Борис, давай. Надо просто бросить эту хуйню сраную и все. Блядский рот, сука. Этот пидор уебал меня, и я, блядь, с жуткими лагами. В общем, вы все видели сами. Теперь опять все заново, блядь. Ой, господи. Ну это, блядь, какая-то просто хуйня на самом деле случилась сейчас. Я ебал твой рот, сука. Ладно, ребят, сейчас, короче, еще раз попробую. Так, ему требуется ровно 6 патронов, я насчитал. Но это если без взрыва. А мы сейчас хотим со взрывом. И со спецэффектами, так сказать. Так. Сейчас этот петушара выйдет. Мы ему так еблет присунули. Теперь взрывайся, пидор. Блять, не попал один раз. Ладно, хуй с ним. Ну, пизда, короче, рулю. Надо еще раз попробовать. Все, пацаны, замочили этого пидора. Пиздец, сколько это нервов мне стоило. Но, блять, оно того стоило. Короче, я их гонял, блять, по всему склепу. Просто вот как сук, блять. Как собак нерезанных. Гонял, блять. Гонял, нахуй. В итоге нагонял, блять. В общем... Удобная такая позиция была под пулеметом. Они как раз туда все вышли. Ну и, короче, пидор это получил. Вот. Несем, короче, тело. Понятно. Бросаем тело. Расчищаем дорожку. Так не хочется тратить притчер. Зная, что он нам понадобится. Но, блядь, делать нечего. Так, сейчас опять этот пидор выскочит. Блять, отбеги от него, Борис! Так, он их опять нареспаунил. Тогда ждем, пока они поднимутся. Бросаем труп. Так, ну, блять, без этого пидора с пулеметом все будет гораздо проще. Так, опять ждем эту крысу. Хорошо бы взорвать, блядь. Так, вот теперь надо спрыгивать. Борис, пожалуйста, вставай быстрее. Борис, нам осталось чуть-чуть. Боря, вставай, блядь. Борис.
Борис, тащи эту дуру. Все, блядь, выкидывай ее нахуй. Yes. Yes. Дракула есть. Все? Господи, Адольф. Даже не знаю, какую тебе эпичную смерть сделать. Давайте сделаю вот такую вот, чтобы все знали, что нацизм это зло. Адольф, прощай. Вот голова Адольфа. О, Адольф ходит. Посмотрите, голова пропала. Адольф бессмертен. Мы теперь можем забавляться с Адольфом сколько хотим. Ладно, ребят, в общем, все. Темный повелитель нацизма подох. Адские врата. А, это руки дающих. Ну, короче, какая-то хуйня. Ладно, все, Адольф, пока. Ты полетел, Адольф. А, они сначала хотели выкинуть, а только потом дошло, что надо его разбить, да? Ну все, из ада съебались. Ну хорошо, нас не заставили здесь бегать. Опа. Ой-ой, голову снес ариец настоящий. Ну наш, блядь. Вставай, Борис, ты чё? Приуныл, Борька. Давай, Боря, ты чё? Упал-то. Ну что ж, ребята. Всё. Вот, собственно говоря, мы наконец прошли эту игру. Проебали на неё очень много сил и времени. Не знаю, зря или не зря. Ну, в любом случае, спасибо вам за просмотры. Игра динамичная. Ну, не особо держала в напряжении. Честно скажу, я большего ожидал от финального босса. А так, получается, мы в три комнаты бахнули. Ну да, конечно, был геморрой определенный, потому что... Ну, просто потом, когда до меня дошло... Ну, что сделать? В принципе, мы сделали это достаточно быстро. Что ж, ребят, еще раз всем спасибо за просмотр. Это, наверное, мое первое прохождение официальной игры. Еще раз всем спасибо, пока-пока, до встречи в новых играх.